Я отказываюсь от любых переговоров, пока вы не прекратите дискриминацию граждан цыганской национальности. Да кому не нахрен нужны твои цыгане? Вот он, великодержавный шовинизм в действии. Забыли, кто Куликовскую битву для вас выиграл? Неужто цыгане? А этот вообще ненависти к нам своей не скрывает. Проводит пропаганду антицыганскую среди американского населения. А за что вас любить-то? Что вообще за нация такая? Где ваши корни? Ну, конечно. Только вы Бога избранный народ. Остальные все недочеловеки. Гои! Кстати, насчет гоев. Это вы, евреи, действительно загнули. Сами-то что, лучше? Ну что ты, братишка, они не лучшие, они единственные, а все остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел. Христа распяли? Сами породили, сами и распяли. Это наши сугубо еврейские разборки. Гоям не понять. Ты что, моего Христа в евреи записываешь? А ты как думал? Если папа еврей, мама еврейка, ребеночек русский? Папа, у него голубь!